Осталось 2,5 месяца. До 30 июня у жителей Тюменской области есть возможность добровольно сообщить в налоговую о своих зарубежных активах. Это счета в иностранных банках или недвижимость. Такая кампания стартовала с 1 июля прошлого года. Но за все это время подобные декларации в нашем регионе сдали лишь 9 человек. Наверное, люди и те граждане, которые имеют эти активы за рубежом и счета, еще недостаточно полно проанализировали те преференции, которые они получают, если они отразят все-таки вот эти суммы, вернее, зарубежные счета и те активы, которые они имеют. Мы хотим на сегодняшний день просто заострить их внимание, чтобы они еще раз ознакомились с этим законом. Плюсов у такой амнистии капитала много. Это и налоговая тайна о счетах, и освобождение от ответственности за дела, связанные с приобретением активов за рубежом. Продолжение